Он нашел Ховентот. Да, это оказывается у нас остров Пинус. Спасибо Гуглу. О, кстати, можно переместиться даже. Мы же здесь вот были только недавно. Как раз. Он пошел смотреть, есть ли вообще такой остров. И на реальной карте там, то есть, нашел его. Ага. О, карта сокровищ, точно. Что такое-то? Что за глюки? Почему у меня оружие? Смотри, что происходит. Странно. Так. Мосты где-то смотри. Подожди, не-не-не. Давай координаты уточним. 332-469. Ой. Ну, ты, короче, 333-469. Вот этот получается. 327-334. Нет, стоп. 333-650. Я так понимаю, вот это. Возможно. Место такое. Знаковое. Там пещера какая-то была, да? 333-650. Какая-то пещера. Пещера вот здесь. Нет? Нет. Подожди пока. Я что-то не припомню здесь такой территории-то. Домик какой-то. Даже две башни. Озеро. Ну, посмотри, 650 где? 333, 650. Да они не точные координаты. А, ну, ладно. А, подожди, я обманул. Это вообще не то место. Вообще вот здесь где-то. Стоп, даже еще выше. Ну ладно. Вот это 469 может быть. Хотя... Да, похоже оно. Кстати, теперь я даже знаю, где это. А, перед лестницей. Угу. И справа около дерева. Штурвал Аквилы. Ну такая фановая штучка. Можно сгонять туда быстрым телепортом. Угу. Давай. Вот, то есть где-то... А тут народ порезался, аккуратно. Где-то около этого дерева будут. Он, наверное, проплешина. Да. Точно. На... Какой небрежный. 3000 денег еще дали. Ну хорошо. Теперь бы нам как-то обратно вернуться. Я не могу, да. Черт. Давай драпай. Ну ладно, побежал. Мы не были здесь очень давно. Джунгли пахнут лианами и предательством. Маркис все использует в своих целях. Мы знаем, где она. А вот она нас не ждет. Мы должны найти ее, выманить и покончить с ней. Глянем, куда он идет. Слежка. А что, за бочку добраться можно? Нет, это взрывоопасная бочка. Взорвать можно. Стоит, а нет. Показалось, начал останавливаться. Угу. Глупо себя постоянно чувствую, когда так перебежками перебираюсь. Как это. Ой, да ладно тебе. Дешевый детектив какой-то.
я же говорю. А что ты побежал, он же повернулся. Он еще не повернулся, когда я побежал. Но он же остановился уже в это время. Ну и что? Они же непредсказуемые. Вдруг потом побежит внезапно. Я себя глупо чувствую, когда ты из кустов убираешь кого-нибудь стоящего рядом с кустами, а в 2 метрах от него еще кто-то стоит и не слышит, как кто-то орет. Ага, все, поворачиваться будет. Да-да-да. Нет. Двое вроде ходило, да? Я знаю, она здесь. Лусия Маркес. Да вроде я да. Чувствую. Она прячется. Нам надо как-то вымолить ее. Убей этих людей. Всех убить? Ух ты. Где-то... Она уже где-то спереди, там, в кустах сидит. Черт! Ну пусть поднимутся. Да пусть поднимутся, чё? Из-за того, что ты ушел туда? Ну, видимо. Игра не прощает ошибки. О, зато есть еще раз возможность начать все сначала. Она прячется. Нам надо как-то выманить ее. Уже там. Убей этих людей. Кого там? А, ее защитить надо. Че сделай? Защитите. Порох используй, она сказала. А. И что? И все. Подкрепление! Убей их! И пусть она бьется одна! Прикольная такая. Командует. Че они все командуют? А, понятно. Если ты ищешь нас, то выходи сюда и сражайся с честью. Давай за ней. Мы отвлечем ее на себя. Странная женщина. Только смотри, чтобы она тебя не заметила. Что-то орет потом шепотом. Опа, какая подлая. Ты видела, она в кустах сидела? Да. Стой. Нет. Я не умру от руки Таино. Мой отец так много ждал от этих краев. Все золото, земли, свобода. Все зря. Вы не знаете, что с ними делать. Он сделал бы вас сильней. Живя свободно, мы зря тратили свободу. Ты умрешь в оковах тамплиерской веры. Не станем спорить с мертвой. Вот мой трофей.
Ага. А теперь мы отправимся домой. И очень быстро. Прямо вот, да. Так, перепутал. Могу я сразу как-то поближе? Да. Ух ты! Пираты Карибского моря. Отдыхают. Ну, корабль за тобой быстренько портнулся тоже. Кстати, можно денежку потратить. Немножко. Не сильно. Столько оговорок сразу. Я уж такая ручки потирая сижу. Денежки потратить. Немножко, не сильно. Давай чуть-чуть потратим сначала. Ну вот, сейчас уже чуть-чуть. Чего-то все еще не хватает. 18 тысяч. Ну давай. А что ты там взял? Еще можно. Что бы добавить для полного счастья? Дом для гостей. 40 тысяч. Потом. Нам еще корабль улучшать. О, да. Ну-ка, что это? Броня тамплиеров. Тамплиеров все-таки. Гордость тамплиеров. Это легкая гибкая броня, обладает повышенной стойкостью к атакам противника. А зачем еще раз мне написать? А... Не спрашивай, я не знаю. Приглючило что-то? Что за глюки? Ну да. Не пойму. А так? Это что-то с джойстика глючит. Это ты в ней сейчас? Да, это она. Такая вот странная. Слушай, на скелете она прикольно смотрелась. Я не хочу в одежде тамплиера ходить еще. Ну, переоденешься на корабле потом. Оп, не туда. Где-то мы еще могли что-то улучшить. А в смысле, она урон, то есть, глушит какое-то количество, да? Возможно, да, броня хорошая. А что ты хотел сделать? Я хочу посмотреть, там где-то внизу вроде еще что-то можно было улучшить или нет. Можно было, там мужики ходили, страдали. Одному костер, другому женщин. Костер я делал. Я сюда забегал, и костер я им сделал. Давай женщин добавим. Там, по-моему, 15 тысяч всего хотели. Вот он, костерчик у них. Прикинь, да, костер. Называется. И он за этот костер хотел 7 тысяч там что-то. Угу. 8 вроде. Да? Угу. Добрый капитан заботится о своих. Я все ребятах. Записываю. Ребятки Умпю печальны, что здесь нет дам для увеселения. Я знаю, где их найти. Добрый капитан, все, все. Построить для них дом. Дом. 15 тысяч. Развлекайтесь. Спасибо. Пустите капитана. Да. Капитан устал, желает отдохнуть. Так мне интересно. Красных фонарей навешали сразу. Да-да-да. Все, да, больше ничего тут не надо, что ли? Нет, получается, здесь больше ничего не надо. Странно как-то. И немного. Всем. Ну, 40 тысяч еще можно потратить. Но... Давай потратим, а чё нет, с другой стороны, гулять. А там сколько просели у тебя? Где? Куда ты собрался их тратить? 40 тысяч я хочу потратить.
А сколько просили? Я не помню, на корабле у нас несколько штук всяких разных еще надо улучшить. Куда я побежал? Там, я не помню, сколько они хотели. Не, я имею в виду в доме. Ты же в дом портнул. В доме 40 всего. 40 именно, да? Да. Надо было. Ну, может быть, там еще что-то можно будет построить. Жалко только, что это никакой отдачи не дает. Кроме как визуальной. Что бы добавить для полного счастья? Но он же как говорил, я хочу дом нормальный, я хочу это нормальное, жену пригласить. Да. О, все. Здесь максимально все улучшили. А что там со сундук сверкает? Видимо, все максимально улучшили. Он сверкал разве? Ты мимо проходил? А. Полностью там улучшено. Клево. Тебе показалось. Ну, понятно. Сверкал он, видимо, потому что это молния. Ясно. Все? Да, все. А, у тебя на родном острове еще не все собрано, я смотрю. Да, я тут еще не бегал. Потом побегаю.